Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня со мной Джонни Прайд. Да, Джонни Прайд, Ваня Зайцев, короче. Сегодня будем покупать машины для Фомы. Кто не знает, мы купили особняк за 30 миллионов, пацаны. Да. Это пиздец. Мне пришлось слить монстр в год, чтобы его купить Кириллу. Пришлось слить свою аптеку в год. Да. Мы сейчас с ним так сидели, просто потели. И, кстати, у нас какой-то баг. У нас не появились машины вообще. Ну, они, может, появятся после рестарта. Да, у нас УАЗика вообще нету, поэтому... Хотя, ну сейчас будем покупать машины, так, пишем F-меню, а потом управление транспортом, список машин, и давай, так, да, угу. Так, Seat у нас тут есть, Ford Focus можно, кстати, купить, можно Priora купить, Volkswagen сейчас, Golf, даже, может, Golf можно купить, надо что-то четырехместное брать. Линкольн, так, Тринаха, Кадиллак, Хонда Сивик, Сиат Супра, так, GMC, можно фургон один купить, кстати. Надо что-то одинаково купить, я думаю, и недорогое. Можно ну, десяточек, подожди, давай посмотрим. Десяток купим пару штук, а не четырехместные, слышишь? Так, я купил одну десятку. Только где она появилась, я вот понять не могу. Где не появляются просто эти машины? Как Фому деньги ложить в банке? В банке Фому деньги ложить? Так, вот я один не понимаю, что здесь происходит, почему тачки сразу не появляются? Слушай, я предлагаю купить одну из 14. Я уже десятку купил. Так, подожди, я уже десятку купил. Так, заспавнить весь транспорт. Так, появился Запорожец, а десятку я что-то не вижу. А где десятка, блин, интересно? Какая-то, не знаю, баганная. А, вот десятка стоит. Все за хорошо. Смотри, иди сюда, тут десятка стоит. Вообще пушка, гонка. Не, давай десяток, две штуки купим, а там еще купим. Смотри, какая пушка просто. Давай цвет изменим, а. Че, нормальный цвет, блин, заебал. Ну, сейчас какой-то уже, знаешь, такой цвет приел. Ну, давай сейчас. Допустим, вот такой нормальный сейчас будет, так. Видите, ваш уже занят. Бля, этот цвет уже занят. Сейчас мы посмотрим. Какой цвет выбрать тогда? 25. Серый может быть будет. Сейчас, секундочку, там будет я цвет помню. Там вроде есть какой-то черт. Давай уже выберем цвет, потому что 60 тысяч каждый раз снимает, ну такое. А, 60 тысяч снимает? Да. Ух ты, ну да. Уровень транспорта, список всех машин. Уже потом его цвет выберем, хорошо? Да. Потом уже выберем. Так, я покупаю еще одну десятку. Оп. Так, F-меню, еще раз пишем. И нажимаем управление транспортом, заспавнить весь транспорт. Так, где еще на десятка? Это значит, с другой стороны, да, появилась? Они как-то спавнятся, непонятно. Да, вот десятка, еще одна. А как их можно перепарковать как-то по-другому? Не знаешь? Там, где стоит, там и стоит, короче. Ладно, давай еще какую-то тачку покупать. По две давай как-то покупать. Управление транспортом. Так, список. А их потом можно продать? Да, продать. Да, да, можно будет. А то мало ли, потом денег много будет, там в Москве шла. Форд Фокус. Я думаю, сятов надо купить две штуки. Они нормальные. Подожди, подожди. Давай посмотрим. Во, я купил. Смотри, пушка просто. Блять, тут вертолет, сука, этот мешает. Подожди, Honda Civic. Какая Honda? Да не, Honda Civic, надо четырехдверные машины, понял? Да, 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 я понял. Ебать, что за спать весь транспорт снимается 20 тысяч, это пиздец. Давай с тобой возьмем один Lancer. Знаешь, такой Lancer? Более крутой, чтобы был, да. Ну,
хз. Он лям стоит. Лям стоит, лям стоит. Так, сейчас. Subaru Impreza, Yamaha R1, BMW. Где ты Lancer? А, вот, Mitsubishi Lan... Не, Mitsubishi это не Lancer. Не, не. На той странице был. До этой. До этой? Угу, на второй странице. Слушай, сколько осталось денег, может? Бля, X5 можно было бы взять. Не, у нас лям 600 остался всего лишь. Ну, так, давай, управление транспортом сейчас. Пиздец, вот это сложно, пацаны. Мы сейчас жестко тупим, потому что мы, блядь, буквально 10 минут назад купили себе этот дом. Так, сейчас я куплю еще один Сиат, получается. Еще один Сиат покупаю. Так. Ага, я вижу. И сейчас Лансер покупаем. Так, управление транспортом. Давай я куплю Лансер. А, давай ты куплю. Да, давай я сейчас куплю. Так, Лансер, где ты его тут видел, лям? Вторая страница. Там. Lexus LX, Mitsubishi GT, Toyota Supra. Сейчас, подожди. Audi. Он называется... ML Evolution, я вижу. Evolution, да. Да, давай. Берем. Вон он появился. Соска вообще. Минуточку внимания. Хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПГ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг, перекрасить свое авто, поставить азот, чтобы ебать всех со светофора, поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая, также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Нормальный такой. Так, у нас в общаке осталось сколько денег? 350 тысяч осталось. Сейчас посмотрим, что можно еще такого купить. Список всех тран. Так. Сколько осталось мест для машин, подожди. Да там много осталось. Давай. Давай я его купим, может. Не, подожди, вот сейчас что-нибудь такое, да. Что-нибудь давай. Ишь, у вас буханка. Вот такое. Осталось 4 месяца, подожди, сейчас смотрим. Давай шаху уже купим. Можем шаху купим? Не, подожди, сейчас я давай уже тоже посмотрим. Сколько там стоит за цикла? Так, у вас бухан. Пятнашку можно взять, кстати. Ну зачем нам эти машины? У нас пока есть. Сейчас я попробую соединить здесь. Мотоцикл хочешь? Четыре штуки пока, да. Чтоб да, знаешь, чисто. Лада Приора. Банда ездила. Так, а. Можно Кадиллак купить за 350, а не, дорого. Подожди, да, посмотрим. Я знаю, тут какой-то мотик был за 150 тысяч. Давай вот. Или за 200. Фривай, Фривай это мотоцикл же, что это байкерский, да? Фривай. Сколько он стоит? 200 тысяч, вроде этот мотоцикл байкерский. Давай вот его купим. Ну, я не знаю, вроде бы это оно. Чё, нажимать покупать? Ну давай, хер с ним, давай, бери. Это что? Да, давай, вот, о, да, я купил, стой, не трогай. И давай, что... Вот, смотри, вот это чётко. Ябу хочешь ещё взять? Давай две ябы, раз там осталось у нас денег на яву. Сколько у нас осталось? 150 тысяч? 150, да. А ява стоит 60 тысяч, ява, бери две ябы. Ну, бери две ябы, ты покупай две ябы. А, хорошо, давай. Я, блин, орну еще на муазике, потом дадутся, типа. Не, ну Зепр, в принципе, вообще можно продать, кстати. Так, управление транспортом, список всех машин. Так, ты уже одну я его купил. В данный момент нельзя продать, в смысле нельзя продать, что нельзя продать? Управление транспортом. Все, я купил две явы, вот Марин Сефер, 500. Так, почему-то так, нельзя продать Запорожец пока что, ну ладно, пусть он будет. Смотрите, ревил. Три вэй и две явы просто в ряд стоят. Нормально, чё, чётенько. Лансер, ааа, вот это пушка вообще. Дырь. Осталось только с цветом определиться, и всё. Это видео будет 17+, Кирилл. Потому что тут матом. Не, ну чё, нормально, пока на первое время хватит, смотри, думаю. Смотри, короче, делаем так, убираем вот эту. Убери пятнашку. Как я уберу?
Сейчас, так, уберите пятнашку. Лансер, пацан, за лям. Вот это о, вообще. Мне его сняли, нормально, мне его сняли. Лансер за лям просто. Это пиздец. Ну, ну потом цвет какой-то найдем нормальный, точно, чтобы деньги не тратить, и будет все нормально. Угу. Так, наверное, смотри, вон, наверное, чувак хочет нам помочь, давай убери. А, это наш, пойдем. Красота. Видом не нужен, пацаны. Просто заебись. Ну, у нас и мотики есть, и машины есть. Две десятки, короче, два Сиата, Лансер, две Явы, байкерский мотоцикл и обычный, и Запорожец, короче. Ну, Зопор мы потом продадим, что-то сейчас нельзя его продать. Сколько там еще мест осталось? Одно. Одно место осталось, ну такое. Но я не понимаю, что нам не дали этих УАЗиков, вообще ноль. А то бы они тоже были бы такие части. Ну хуй знает. Вообще. Да, транспорт нельзя продать. Почему? Я не знаю, что их нельзя продать. Может, после рестарта, типа там. Посмотрим. Ну, как-то все запутано, не знаю, может, баги какие-то. Ну, пацаны, мы урвали просто предпоследний особняк. Подожди. Потому что вон один остался. Идем в дом. Там шкаф есть. Идем в раненый вал. Так, шкаф не работает. Ну, его покупа или работает. У меня нихуя нету с собой. У меня все, блин, в доме осталось. А, да, пацаны, я, кстати, дом же продал тоже, блин. Я слил. У вас нет дома, подожди. Ну да. Общак. Усы, да. А, хук. Усы. Вы не владелец. ПГ. Добавить сейф стоит лям. Эх, бля. Ебать, аптечки в особняке стоят 300 тысяч, я ебал. Но это уже, пацаны, в будущем. Главное, что мы тачки купили, да. Особняк купили, и все, заебись. Так, я могу свою машину забирать, кстати. Это хорошо. Так, давай тогда еще сделаем так, знаешь, давай тогда. А что сделаем? Я забыл. У Ямаха моя появилась. Ну, конечно, блин, забирать свои машины неудобно вообще, я вам скажу. Надеюсь, будет улучшаться все, в принципе. И все будет заебись, короче. Но так, мы купили машину, сколько могли, короче. Но у нас еще и также вертолет. Да. Поэтому вот такие вот дела. А ну, я сейчас мурку пробую забрать. Я вам сказал. Не, ну вообще, охуенно, блин, мы купили машину. Ну, бля, вот мы разберемся с этой хуйней. Вот видите, у них УАЗики, им дается сразу УАЗики. Нам хуй дали, а не УАЗик. У нас их просто не было. Я открывал список, и просто их нету. Реально. Я хочу на десятки приехать. Идем в дом, ездим опасно. Всё, погнали, прокатимся. Блять. Ой, ты что залагал, вот. Так. Не догонишь, у меня валит машина вообще дико. Слушай, а мне цвет нравится. Ну да, прикольный такой, кстати. Может, такие ставим. Ну да, кстати. Наверное, 1050, блядь. Это жестко, короче, мегафиак. Пиздец. У меня 500 тысяч есть на руках, сейчас я 300 тысяч положу в общак. А у меня только 100 км на руках. А дом всё. Нужно платить, наверное. Отсюда, так, общак семьи. Так, баланс. 339 тысяч у нас на общаке лежит. Оплати общак. А? Дома платить может, а не общак? Угу. Я оплатил его. Оплатить особняк, вот. На 30 дней оплачен. Все, заебись. Подожди, правильно? Да. Оба сотрудники. Да, 30 дней закрыт. Платный день копить. Нормально. Угу. Ну что ж, чуваки, будем заканчивать уже. Купили, что могли. Всем спасибо за просмотр. Вступайте к нам в ФОМУ, короче. Потому что мы на втором месте в топе, да. На втором месте. Может, скоро на первом будем. Не знаю, посмотрим. Короче, всем пока-пока. Всем пока. I said, man, I'm alright, little did I know.
I'd be crying, oh no.